Ну что, ребят, рожаем потихоньку. Пока что родила только троих. Вот это вообще слабый пипец. Вот. Какие-то они все прям мелкаши-мелкаши. Ну ничего необычного не родила. Три кота, короче, пока что. Дальше не знаю, что будет. Может, кошку хоть одну родит. Ну, соси давай. Короче, слабый пипец. И, ну, смотрите, какой. Совсем маленький. Не знаю. Чего-то особо угольного я тут не наблюдаю. Что я хотела. Обычный стандартный мрамор. Ну и обычная краска, какие у нее и были. Он такого угольного. Ну вот только вот это необычное. Голова необычная. У пацана. Остальные все стандарткой. Сижу, жду. Вроде молоко набегает. Начали дышать. Пока никто их выходить с ней не хочет. Ну что, ребят, вколола я окситоцин. Потому что роды не продолжаются. Я прощупала, вроде есть один котенок. Вот. Но пусть до сих пор так уже здоровая сохраняется, как будто она еще никого не родила. Потуги были, но пару раз были, и потом они вообще прекратились. Вот. Вот здесь, короче, котенок находится. Сейчас шевелился. Короче, есть там котенок, ждем. Что-то долго роды затянулись. Немного окситоцина вколола. Наверное, надо было целое. Все, наверное, потуги, ребят, пошли. Дай бог, чтобы все было нормально. Слабая родовая деятельность у нее. Троих он, она родила. Ну, давай, эти немного, ты сама, может, справишься. Давай, это уже 3 часа. Все, пошли, пошли рожать. Молодец, молодец. Хорошо, молодец, хорошо, давай. Давай, давай, все хорошо будет, давай. Как думаете, какой это окрас? Мрамор? Морда какая-то прям темная, не похожа на мрамор. Но видно, какая-то рожена есть. Правда, не знаю, девочка или мальчик. Мордочка, кстати, какая-то непонятная, интересная. Вот крупный нос. Щеки такие раздутые. Ну ладно, сейчас обсохнет, посмотрим. Какой он. Или она. Непонятно. Послед пока не вышел. Жду последа. Ура, ребят, начала тужиться вроде. Должен послед выйти. Давай, давай. Не послед, там идет котенок. Капец. А где послед? Ну что, родила 5? Ой, дерутся за сиськи. Последы не вышли. Сейчас докалывать буду последы. Чтобы вышли. Окситоцин колоть. Вот. В принципе, роды, наверное, уже закончены, потому что я больше никого не прощупаю. Ну, надеюсь. Меленистик родился. Чирокал. Правда, не знаю, уголь это не уголь. Только понять ничего не могу. Вроде серебро. Это он желтый, это кто у нас, мрамор? Один мрамор, это совсем мелкий, у него же залысины какие-то.
Это тоже, походу, мрамор. Тоже. Не мрамор, а этот. Хотя фиг тебе знает. Нет, нет. Пятно. Блин, чиракал. Так что сейчас, пока отдохнет, надо будет колоть. Давай, деятельность. И какая у нее? Троих она самостоятельно родила. А этих двоих, соответственно, с помощью окситоцина. Ну что, ребят, потух опять нету. Последов двух нету. Колола окситоцин. Если сейчас потух не будет. А, вон, по-моему, послед, да? Да, да. Послед вышел, ура, господи. Это один? Дай посмотреть. Да, господи, там один вышел. Один. Нужен второй. Не поняла, что мне на второй тебе опять окситоцин колоть. Жесть какая. Что это такое? Молоко набивает или что? Он, короче, вот так сейчас дышит. Понять, что это. Ой, как ты? Куда ты, блин, на голову ему села?